Так, всем привет, дорогие друзья! С вами Илья, и сегодня мы будем играть Max Payne 3. Да, я тут уже зарегался в каком-то лав-клубе. Давайте вот так поставим яркость. Ладно, давайте. Мы сегодня поиграем Max Payne 3. Я очень много слышал, и... Вау! Сразу такой микрофончик прикольный, сразу уже начало. Я думал, какой-нибудь там сетевая компания, чтобы... Чтоб какой-то там разницы. Мечка весьма унылая. Уютная. Ладно, я не могу это переводить. Я не умею. Окей, ладно. Что ж, буду понемногу тут устраиваться. Пора забыть прошлое. Просто жить дальше. Да, точно. Окей. Ай, я сейчас еще сплю. Потому что реально еще сплю, сейчас 6 часов, наверное, и я еще не ложился даже. Я не хочу, я ждал прямо Max Payne. Хотелось поиграть. 30 гигов для игры в Steam много. Как я сказал, я считаю, что... Я же говорю, это было так-то. Конечно, со скоростью мегабайта это очень долго. Забудь об этом, ты серьезно. Ну, да, это что-то в стиле Max Payne. Да. Точно в стиле Max Payne. Я еще ничего не делал, так что все супер. Definitely more my style than Panama. Явно пройдет больше, чем Панама или Хобоки. No. If I'm honest, I just got kind of bored. Дело бывает, если нормально. Да не все же время. Субтитры какие-то еще английские идти успевают. You're right. It wasn't doing me any favors. Ты прав, ничего хорошего в этом не было. Maybe I'd lost my self-respect. Может, я потерял уважение к себе, excited. Но оно вернулось. Really. I really need a new start. Мне нужно было начать жизнь сначала. Сначала, лет в 50 или в 40. I think you're right. Я думаю, что ты прав. Он сам с собой. Думаю, что это мне понравится. Это место. Нью-Джерси. Так, сейчас мне надо поудобнее тут присесть для Max Payne. Я не ожидал даже, что при входе в первый раз в игру будет такая быстрая компания. Что там, хотя бы синглплеер там нажать, не знаю, кто-то очень обычно. Ну, во втором. Listen, if you think I can still do a job, раз, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha-ha. Yes, that is a fake life. Ладно, читайте сами. Я как бы понимаю, просто мне неудобно для вас читать. Еще раз. Прочитайте. Куча титров опять. Если вы будете мне эти титры показывать, все, как в Battlefield, они это сделали. Ну, в конце они это сделали, это хорошо. То есть там была куча. Игра это была на 24 гига, так что ты можешь... Как бы... Я не уверен, конечно, что Battlefield снесет Max Payne, но это не может быть, потому что... Игра стоит 150 рублей, еще со скидками. Но все равно же очень мало. Эта игра довольно старенькая. Да. Вот, ну, бухаем тут, бухаем. Чё? Вот. Блин. Ладно, так. Это было такое маленькое начало, потому что сейчас мне надо уже тут лазить. И настраивать. У меня изображение экрана не то. Это очень большое изображение. Так что давайте, все, пока-пока, ребят, с вами был Илья. Точи, если я просто, как бы, применю разрешение, то у меня, как бы, все это, блин, 1200, ну, 60 хз. Ладно, давайте, все, пока-пока, ребята, с вами был Илья, удачи.